Школа номер один в Ленске попала в федеральную программу по переходу на обучение в одну смену. Из федерального бюджета выделили более 14 миллионов рублей. К ремонту в образовательном учреждении подключилась и районная администрация. Еще весной предложили не просто реконструировать старые помещения под классы, а сделать качественный ремонт во всей школе. Из районного бюджета выделили еще 22 миллиона рублей. В школе полностью заменили систему отопления, отремонтировали канализацию, кровлю здания. Сейчас идут торги по выполнению работ на фасаде. В некоторых кабинетах осталось поставить окна и установить перегородку из стеклопакетов для классных кабинетов. В целом у нас сделано 8 кабинетов. Будет сделано 8 кабинетов. Ну и сразу после этого мы переходим заниматься в одну смену.